Всем огромный привет! Всем привет! Мы сегодня пришли со своей радостью. Снова пришел сюрприз. Этот сюрприз приехал аж из Липецка от Наташеньки. Ее ник Натали Кис. Спасибо тебе, Наташа, огромное. Это был действительно сюрприз. Когда мне Наташа написала, что на моей почте лежит посылка, у меня сначала был шок, думаю, опять меня будут ругать, что мне посылки пришли. Но, с другой стороны, была и большая радость, потому что подарки получать, как ни крути, очень-очень приятно. Когда я знаю, что подарок собран от всего сердца, когда человек его собирал какое-то количество времени, это очень дорогого стоит. Даже не то, чтобы денег, а вот само внимание, оно стоит огромной благодарности. Спасибо тебе, моя хорошая. Мы решили все-таки сегодня снять с Максимкой вместе, дождалась его со школы, и мы будем вместе с вами открывать эту посылку. Все, кто умеет радоваться, все, кому интересно, что же нам прислала Наташенька, оставайтесь с нами. Ну, а кому тяжело смотреть такие ролики, ну, девчонки, не пишите плохого, не портите радость, потому что ее ничем, наверное, не испортишь. Я буду плохие комментарии удалять, да? Оставлять будем только хорошие. Ну что ж, мы во всеоружии. Давайте открывать меня, потому что уже не терпится. Сегодня с раннего утра мужа послала на почту. Говорю, принеси нам, пожалуйста, подарки наши. У Наташи тоже есть свой канал. Молодой канал. И, кстати, очень-очень продуктивный. Если вы любите компанию Avon, то вам надо туда. Потому что Наташа даже снимает обзоры помад, обзоры ароматов. То есть у нее большие коллекции, и поэтому есть что посмотреть. И можно даже с ее помощью выбирать себе. Ух ты! Вау! Ничего себе! Давайте я вас тоже подразню, что же мы увидели. А как пахнет-то вкусно! Ну, давайте смотреть. Прямо... интересно. Максимка мне будет помогать. На меня смотрит вот такая сова. Собираем, раскрашиваем, медитируем. Ух ты. С магнитиком в подарок. Это что-то Максимке, наверное, да? Мандала с магнитиком в подарок. Ну да, пазлы. Смотрите, тут написано, что это пазлы. Я не сразу сообразила. Мне больше нравится, конечно, открывать без камеры, потому что мы тут и радуемся, и ликуем, как можем, все рассматриваем. И когда я уже на камеру все показываю, уже понимаешь, что ты в руках держишь. А когда только в первый раз еще так крутишь, вертишь, не можешь понять, что это. Открою. Хочешь открыть? Ну, открой. Максим пока займется открытием. Наташа, спасибо тебе огромное. Правда, интересно сразу. Давайте я вам мыло покажу. Вот такое отберу. Вообще из посылки сейчас очень сильный такой аромат. Вкусный-вкусный. Я думаю, это вот мыльцы и пахнут. Отберу еще вот такое. Это, наверное, мед. Да, мёслом и... мед и миндаль. Вот такое вот мыльце. Ой, какие классные. Ух ты. Себомед. Очищающая плитка. Мыло без мыла. Я у девочек в обзорах видела, сама не видела такое в продаже. Спасибо тебе, Натуль. Мыло я люблю. Все знают, что я мыльная королевна. Их правда пазлы. Ну-ка, сейчас покажем. А там есть подарок внутри? Должен быть еще подарок. А, вот он подарок. В общем, вот так пазлы. А вот он подарок. Это такой магнитик. Магнитик, наверное, да. Мандала с магнитиком. Да, да, да. И я думаю, что надо будет и собрать. Вот вид совы, да? Наверное, вот это надо будет изображение собрать. И вот такой вот магнитик будет у нас висеть в памяти Наташеньки на холодильнике. Надо складывать в свою сторону. Ух ты! Magic. Вот такое мыло. Это сирень. Не шурши. Не шурши. Аромат сирени. Очень-очень вкусно пахнет. Я такое не видела, с глицерином. Натуль, где ты нашла такие кусочки? Прям редкие какие-то. Смотрите, еще вот такое.
Тоже Magic, тут аромат розы. Ну, цветов. Собар. Такой цветочный. Какие интересные. У меня единственная камера садится. Надеюсь, мы успеем. Ух ты! Это аромат. Аромат от Avon. Давайте его быстренько откроем. Максимка, я вот тут вижу, знаете что? Пока я открываю аромат, я вижу вот такую милейшую киску. Вау. В пакетике. И я думаю, это для Макса. Все, что с кисками, это для Макса. Вау. Он пока в своем будет шуршать, вам показывать. Мастер-пазл. Такие лошадки. Лошадки, да. Смотрите, какая прелесть. Пластики. Нравится? Угу. Какой классный. Какие миленькие. Милые, ага. Так, сейчас я тут это открою все-таки. Никак не открою. Мне так интересно. Аромат посмотреть. Вот такая половинчатая бутылочка. Вау, какая смешная. Ой, это гель. Гель для душа. С таким смешным цыпленком. Очень вкусный. Цветочный аромат и есть фрукт какой-то сладкий. Очень приятный. Наташ, нравится. Спасибо тебе большое. Такие сюрпризы приятные вообще. Но я мыло-то еще не закончила. Давайте дальше. Вот такое от Дуру. С оливой. Вау. Ух ты. Это футболка? Нет, тут, по-моему, даже больше, чем футболка. Тут две футболки. Тут чего-то двойное. Смотрите. Это вот такая футболка. С кармашком. Да еще и наш размер. Наташа, это мы любим. Какая красота. Какие они классные. Ага, смотрите, полосочки. Классные. И размер-то наш. Угадала. Спасибо, Натуля, это мы любим. Очень любим. Нравится? Очень. Очень нравится. Ну-ка, давайте-ка померяем. Сейчас мы нарядим Макса. Ну, идет? Да. Как раз к нашему морю-то, к черному-то. Видите, мы у какого моря сегодня сидим? Это новый Максимкин фон. Вот такое мыло интересное. Наташ, все мыло редкие. Я все туда смотрю, там еще реже. С алоэ вера. Ой, вкусно пахнет. Ух ты. Ух ты. О, какой мыло. Я даже не знаю, куда смотреть. Какая красота. Клеточку. Вот такая вот тетрадка. А вообще они вот такие бывают. Какие смешные. Ага. Он курочку хочет. Курочку хочет, смотрите. Это как у нас подъездный кот. У нас завелась кошка в подъезде. И она, знаете, так нагло нашего Степу пододвигает, когда я дверь открываю Степе. На кухню проходит, у него все съедает и спать ложится. Вот. Теперь у нас с подъездной чуть ли не Степа. Степа в истерике бьется, а кошки без разницы. У нас уличный питомец. Да. Вот эта красота какая, земляника. Моя любимая земляника. Через упаковку плохо пахнет, но кусочек, знаете, он такой прямо весь вмятый. Земляника. Где ты, Наташ, такие нашла-то? Прям какие редкие. И упаковки такие не видела. Вау. Какие классные ручки. С котиками. Тоже с котиками. Смотрите, одна белая, другая черная. И на одной белые котики, на другой черные. И тут написано Cat. Видно? Маленькому котенку. Макс у нас кошатник еще тот. Так, мыло. Я еще не закончила. У меня тут много еще мыла-то. Абсолют крем, летнее настроение, дикая орхидея. Посмотрите вообще, у меня теперь коллекция. Да, у меня теперь коллекция пополнилась. Ну, пахнет мылом, да? А такая упаковка красивая вообще. Ой. Что это? Пластики. Это ручка или карандаш и ластики. Карандаш. Сегментный с двумя фигурными ластиками. Смотрите, какое чудо. Может быть, открыть и посмотреть? И какая красота. Ну, открой, конечно, интересно. Так, я промыла. Я все промыла. Лесная полянка, клубника со сливками. Вот такое вот красивое.
Я все раскладываю тут это в ряд. Тут не только мыло. Если кто думает, что я тут буду сейчас долго-долго мыло, нет, оно уже к концу подходит. Осенний вальс, тоже земляника, моя любимая земляника. Все, что связано с земляникой, я прямо и очень красота. Люблю. Вот. Ага. Смотрите. Одеваются вот так вот. С одной стороны на карандашик. Ластик с дырочкой. И покажи с другой. И вот такой вот с дырочкой со второй стороны одеваются. И вот такая вот красота. А это типа цветочки в горшочке. Да, можно, знаете как, правда, что смотрите, поставишь вот так. И получается цветок в горшочке. Наташ, красотень. Да. Ну вот так. Это стебельки. Даже на самом карандашике видно, да, что тоже цветочки на стебельке. Спасибо. Огромное. Огромное спасибо. Как это необычно. Ух ты. Еще один маджик нашла. Это у нас ландыш. Наташ, ты даже мои ароматы самые любимые набрала. Все, что я люблю. И крем мыло с протеинами шелка. Такое. Так прям приятно в руках держать кусочки. Шоколад. Да, шоколадки. Смотрите, какие редкие. Опять один с киской. Я знаю такой. Нам присылали, да? Он мне очень нравился. Я так хотела еще такой. Да, нам такой уже присылали. И Макс его слопал. Но он мне понравился. Но меня угостил. А второй вот такой интересный. Он тут с наполнителем. Молочный шоколад. Начинка. С молочной начинкой. Даже шоколадки редкие такие. Наташ, спасибо. На, я все твое к себе забираю. Складываю у себя. Так, чего твое? Вот это еще твое было. Я уже к себе все складываю. Так, мы сейчас честно все поделим. Мое, твое. Ну, вот сейчас я еще одно мыло покажу. Ух ты, лимон. Вот такое еще шуршит. Вот такое красивое. Ну, моя мыльная коллекция, конечно, пополнилась. Все мое любимое. Ландыш, цитрусы, земляника. Ну, все, как я люблю. Красота. Я потом все сфотографирую вместе. Ну, давай показывай. Вот такие вот карандашики. Вот такие карандаши. Набор простых карандашей 7 штук. Это нам нужно постоянно. Они идут еще и с ластиками. Я обычно у Макса парочку стягиваю, потому что мне тоже они постоянно нужны. Я, кстати, когда рисую кошек, ну, игрушки свои, то мордочки простыми карандашами сначала зарисовываю, а потом уже краской. Поэтому мне карандашики тоже нужны. Да? Макс все еще болеет, поэтому он будет подкашливать. Ричард. Так, ну все, киска пустая. И вот такая вот у нас теперь еще и киска есть. Вот такая красивая. А тут написано Little Kitten. Маленький котенок. Маленький котенок, да. И вправду. Вот такой вот чай, как я понимаю. Да. Там заварка. Пахнет чаем. Ричард. Какой красивый. Чье потом сердечко будет? Мое. Правильно. Вот такая красота. В мою сторону. Ну, на доверю тебе открывать. Видите, тут еще что есть. Блокнотик. Ну, это мое. Ты доставай. Ух ты! Вау! Какая красота. Смотрите. Это подстилка такая для чая? Это подставка под тарелку, правда. А я подумала, что это кашпо на стену. Это подставочка. Очень красиво. На рабочем столе лежит цветочек, да? И для чая подходит. Да, и чаечек. Чашечку ставить. Ой, Наташа, спасибо. Это прямо на мой стол. Да. Такие ромашки. Ой, красота какая. Вот такой вот милый блокнотик. Вот такая красота. Он как будто, смотри, как будто этим... Вышитый. Вышитый, да. Как красиво. Ой, а какой внутри-то интересный. Смотрите. Наташа, спасибо. Вот он тут прямо разный-разный. Тут семья и дом, красота и здоровье. Разные, в общем, эти тут дети. Ой, как интересно. Работа.
И потом идут просто вот такие вот листочки. Это мне. Я знаю, что он сейчас что он достал. Блокнот Катамании. Катамания. Этот блокнот еще необычный. Открой его. Это еженедельник. У Наташи, кстати, на канале есть ее коллекция блокнотов. И там вот был такой котик. Она показывала его. Она купила тогда их два, сказала, что один на подарок. Но я не знала, что это на мой подарок. Вау, тут котики на каждой странице. Да, смотрите, давай покажу. Смотрите, какая красота. Тут еще вот такие два. Ой, какие красивые. И вот так вот эти киски. Смотрите, на каждой страничке. О, вот этот вот очень похож на нашу подъездную красотку, которая лапой дверь открывает. Красавцы. Да, ее только нужно отловить и вымыть. Она у нас такая там грязная вся. Ну. Вот такая красота. Ой, какая прелесть. И плюс тут еще идет месяца. Это... Можно по месяцу вести как бы дневничок. Это еженедельник такой. Да. Ой, какая красота. Да неужели рука поднимется на таком писать? И смотрите, тут интересно лапки. Видите, какой дизайн интересный. Прям и... все в лапках. И А я вправду Катамания. Ага. Ну, давайте последний тоже покажу. Ух ты! Классно? Угу. Смотрите. Наташа знает, что я прям больная на блокноты. Мне делали девчонки запрос показать, что я вообще записываю и сколько блокнотов я одновременно, в общем, на данный момент использую. Я обязательно во влоге покажу, что у меня они не просто лежат. Ну, скрипя сердце, я, конечно, их вынимаю, и когда у меня заканчивается, открываю следующий новый. В этом блокноте есть даже закладочка. Вот такой он красивый. И он идет в клетку. Смотрите, ну, дизайн шикарный. Здесь написано, что это записная книжка. Вот так. Где? Вот, смотри. А, вижу. Какие птички. Ну, дизайн вообще. Ну, я в свою сторону. А, я прочитаю там, что это написано. А ты только к себе не стяни. Так, далее. Бархатные ручки. Крем уход для рук и крем ночной для рук. День-ночь. Вот такой набор. И вот так вот смотрятся сами кремы. День-ночь. Это хорошо. Ночной я сразу положу около кровати. Потому что я все время, как только в кровать залезу, вспоминаю, что я крем на руки не нанесла. И мне приходится ноги ножным мазать и остатки по рукам. Написано «Деревянная ночь». Где? Вот. «3 night». А, это вот Максимка. Вот. «3 night». «Фри». Нет? Это была тогда бесплатная ночь. Да? Угу. Ну, я такой знаток, я сейчас это... Похоже. Ух ты! Духи? Альфа. Эйвен Альфа. Смотрите, я такой даже еще и не видела. Это мужской? Фо. Хим. Вот это что? Хим. Фо, для бим. Для него? Бим тут написано. Нет. Хим. Для него, наверное. Бэм. Давайте я вам покажу, что тут написано. Написано бим. Ну, в общем, чего-то написано. Мне кажется, это, наверное, мужу. Нет? Кому это? Туалетная вода. Композиция из терпкого бергамота, голубой, горной лаванды и кедра. Вот, туалетная вода. Бим, ну мне кажется, это хим. Просто на Б похоже. Для него. Сейчас мы откроем. Кому еще интересно, что это? Чё, мне. О, нашли, кому интересно. Вау. Ух ты! Да, это мужская туалетная вода. Это так окрашено стекло необычно. Даже пахнет прямо вот. Ой. Ну, мы оставим для мужа. Он потом... Мы ему в ролике покажем, что было девственно заслюдировано. Ой, какая красота! Спасибо, Натуля, огромное. Так, тут у меня есть еще один пакетик, но это, наверное... Ух ты!
Это что-то очень интересное. Будет доставать Максимка после того, как я от радости забуду, дыхание сперла, как всегда у меня. Прессованные маски. Смотрите, вот такие вот масочки можно делать на лицо. Только их нужно будет окунать в жидкость для масок. Ну, это моя мечта. У меня подруга уже две штуки себе заказала. Я у нее понюхаю, а себе до сих пор не взяла. Это софт маск. Как? Маск. Давайте посмотрим. Это такой ванильный, обалденный аромат. Кстати, вот первый так хорошо раскрывается. Такой он красивый. Вот такая вот. Такой флакон. Ой, какая красота. Ищем запястье. Ой, как он вкусно пахнет. Натуль, спасибо. У меня такого точно нет. Вау, пахло прям по-настоящему. Ванилькой. Сладко, так вкусненько. Ой, какая красота. Да. Чего-то летит. Вау, я его вижу. Это вертолет был. Ну, над морем пролетает, проплывает. Очень красивый аромат. Спасибо. Ух ты, Биби крем. Это я тоже хотела. Это я тоже хотела. Это от Inyou. Мы так все с вами вместе смело открываем. Наташа, всем буду пользоваться сразу. Даже не буду ничего прятать в запасы. Ну, кроме мыла. Вот такой вот Биби. Нет, не так. Вот такой вот Биби от Inyou. Мне очень было интересно, что это за крем. На первый взгляд кажется темноват, но он должен распределяться хорошо по руке. Не знаю, вам видно или нет. Ну да, он сразу прямо подстраивается, сливается. Ой, какой классный. И приятный аромат. Чуешь, чем пахнет? Да. Чует. Сладеньким. Сладеньким пахнет. Вот такой вот он. Классный. Он немного сделал твою кожу розовой. Нет, смотри, он выравнивает. Видишь, он уже прям как настоящая кожа, только красивей. Ну, да, я говорю, немножко розовее стало. Да, сейчас я вам покажу. Это свежая рука. Да, вот прямо, не знаю, как вам показать. Такая розоватая. То есть вот это вот выглядит свежее, а это, ну, постарше. На полгода постарше. На месяцок постарше, согласна. Так, и тут есть масочки. Давайте я красоту тут наведу на руках. Так, я все забрала. От Skin Light увлажняющая маска с травами. Вот такая, наверное, с лавандой. Вторая маска лифтинг для лица с коэнзимом. Они прилипают, потому что в магазинах приклеивают эти липкие очень наклейки. Приходится снимать. Маска для лица успокаивающая с коллагеном, с огурчиком. И еще шелковая лента тоже с коллагеном, укрепляющая маска с подтягивающим эффектом. И последняя маска с ромашкой, успокаивающая. Вот такая. Натуль, спасибо тебе огромное. Это еще не все. Ой, как мне это понравилось все. Я все это на футболке смотрю. Это такой подарок шикарный. Наташенька, прямо огромное спасибо. Как вкусно пахнет. А тут в пакете, знаете что? Тут набор для ванны. Это, помните? Наверное, Amway, да? Да, это от Amway. Наташа, спасибо. Мыло 3 в 1 произведено в США. 150 грамм. Я, наверное, его даже не в запасы, а в мыльницу положу. Потому что, ну, насколько я знаю, что продукция Amway очень-очень хвалят. Так, а тут что? Ух ты! Какая красота! Две зубные щеточки. Зеленая и голубая. Макс, какая твоя будет? Зеленая. Да, он любит зеленый цвет. Вот такая красота. А твоя голубая? А моя будет голубая. О, она тебе как раз. Ну, вообще-то, как раз мне вот это. А. Ну, ладно, будет разнообразие. У тебя голубые синие футболки, у меня будет голубая щеточка. А у меня
А у него есть зеленая. В общем, подрались. Ну, давай следующее. Это тоже, наверное, мыло, да? Это мыло для тела. Боди. Боди, да. Но они все, наверное, для тела, я так думаю. В общем, вот такой еще кусочек мыла. Приятно пахнет. В этом 100 грамм. И тоже USA. Ой, какая красота. Никогда у меня не было ничего от Amway, поэтому очень приятно. Что там дальше? Так, концентрированная жидкость для полоскания полости рта. Я буду ей пользоваться. Иногда. Ну да. А иногда я. Ну да, на самом деле все будем пользоваться. Концентрированная, это значит, ее нужно разводить. Слышишь? Разводить. Хорошо. А, в стаканчике, да? Да. Так, запоминай. 5-кратным нажатием на флакон наполнить концентрированной жидкостью мерный колпачок, входящий в комплект. Добавить в него воды до указанной линии. Полоскать полость рта 2 раза в день. Утром и вечером в течение 30 секунд. У нас как раз только полоскалка ушла в пустые баночки у Макса, а ингаляции продолжаются. Вау! Какая... Вот такой стаканчик, вот такая зеленая жидкость. Какая необычная! Да, и вот такая помпа. А какой у нее запах? Хвоя, зелень, свежесть, мята. Травяное, вот такое, зеленкой пахнет. Ты так смешно описываешь. Хвоя, зелень, мята, зелень. Я шучу. Ну, 5 штук, это, наверное, будет совсем немножко, и доверху, и полоскать. Водичкой добавлять. Классно. Хватит нюхать, вынюхаешь все. Ничего не останется. Это мне 20 секунд нужно. Ой, так приятно. А это любимая зубная паста. Это такая красотень. Как ее хвалят. Она вкусная, что ли? Она не то чтобы вкусная, она классная. Вообще, тут для детей старше 6 лет, тебе рано. Используйте зубную пасту по возможности после каждого приема пищи или не реже 2 раз в день, а также по рекомендации стоматолога. Кашлюнчик. Это очень классная зубная паста на самом деле. Я когда была последний раз у стоматолога 2 года назад, она мне ее прямо говорила, хвалила и говорила, что обязательно себе купи, тебе она понравится. А и вправду врачи рекомендуют. Да, вот она зафольгирована. И я, насколько знаю, что она концентрированная, и ее нужно прямо немножко. Поэтому... Горошинку, да, как 200%. Да, да. Только я тут не вижу, что она концентрированная. Но в любом случае будем скромно. Мятой пахнет. Мятой пахнет. Да, прямо через упаковку мятой пахнет. Ну, давай упаковывай. Угу. Вот такая шикарная посылка от Наташеньки. Натуль, спасибо, сюрприз удался. Радости нет предела. Сейчас папе нашему подарим тоже от тебя водичку. Шикарно, конечно. Замечательная посылка. Очень приятно, на самом деле, очень приятно. Так интересно было. Да. Что тебе всех больше понравилось? Котики. Котики. Котомания. Да даже так смешно изображен этот кот, он даже папиросу курит. Надо отучать. Смотрите, хулиган какой. Ладно, отучим. Да это принц. Такая красота. Такие невеселые, прям прелесть. Не, ну в таком писать, конечно, жалко. Настоящая котомания. Котомания. Вот так. Даже смарт как замечательные раз. Подарки. Вообще, я в дикой радости. Спасибо, Наталья. Я обязательно ссылку оставлю на канал Наташи. Проходите, знакомьтесь. Очень хорошая девочка. И у нее действительно интересные обзоры. То есть она сразу свой канал начала очень интересно. И как-то, знаете, профессионально, я бы даже сказала. Спасибо тебе, Анатолий, еще раз. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам с нами было интересно. Вы радовались вместе с нами нашим подарком. Всем до новых встреч и всем пока. Всем пока. Да, а мы будем загорать дальше.